Еще одно блюдо, которое регулярно появлялось на детском столе, это, конечно же, кисель. В одной из наших прошлых программ мы уже варили кисель диетический из сока, ну а сегодня мы его сварим из... кураги. Курагу мы предварительно ее промыли, и чтобы ускорить процесс тепловой обработки, мы ее замочили. Угу. И теперь будем закладываем и варим. Почему именно курага? Можно было какой-то другой сухофрукт использовать? Нет, конечно, можно было кисель приготовить на основе ягод замороженных, свежих. Можно было использовать не просто курагу, сухофрукты, изюм, чернослив, все это допускалось. Но мы сегодня выбрали курагу. Почему? Во-первых, из всех этих сухофруктов курага обладает самой высокой пищевой ценностью. Во-вторых, цвет очень красивый будет, яркий такой. Крахмал заранее разведем водой. Да, вода должна быть холодная, кипяченая. Угу. Разводят в соотношении 1 к 5, 1 к 6 на одну часть крахмала, 5-6 частей воды. Мы курагу сварили, сейчас добавим сюда сахар, лимонной кислоты. Еще раз доведем до кипения. При добавлении лимонной кислоты вкус киселя будет более выражен, он будет более слаще. Угу. За счет того, что происходит химический процесс. До кипения обязательно сахар добавили. И теперь нам его необходимо протереть. Это надо довести до кипения. Как только доведем до кипения, добавим крахмал. Вы будете вливать, я буду перемешивать для того, чтобы не было комочков. Льем. Кисель готов, теперь наливаем. Давайте. Его можно отпускать как холодным, так и горячим. Угу. Чтобы не покрылся пленкой, посыпать сверху сахаром. Помните строчки из стихотворения? На десерт, к обеду и на полник рецепт из прошлого вновь вспомним. Приготовим не щербет и не коктейль, а ягодное лакомство кисель. Друзья, не забывайте рецепты из прошлого и балуйте своих деток. Рецепт киселя из кураги. Разбавьте крахмал водой. Промойте курагу и варите 10 минут. Добавьте сахар, лимонную кислоту и еще раз доведите до кипения. Протрите курагу через сито. Доведите пюре до кипения и постепенно влейте в смесь крахмал. Варите до появления мелких пузырьков.